земля! Маргарита, главное вниз не смотреть. А что там, скажи? Ну да. Страшно. Страшно уже? Попу отклящивай. А ты, блин, снимаешь, ты руки отпустил с моей стороны? Я держу, как это? Ты что? Я тебе дал просто слабинки небольшой. Смотри мне. Да. Съемщик. Попу отклящивай больше. Я держу Маргариту. Маргарита? Да. Улыбочку. Да. Поехали. Да, я понимаю. Понимаю. Почувствовать надо все. Это любитель вязать из говна и палок. Вот она тут. Но это правильно. Я уже вешу на чем-то. Вон на каких штуках вешу. Одну какашку, да, я уже связала, да? Да. Грузится почему-то неправильно, не знаю. Так, у тебя грузится неправильно, а у меня правильно. Сейчас я карабин еще туда воткну вверх. Чтоб ручка была у меня. То есть докуда? Долезем? Вот до расщелины. Давай долезем. Вот она. Поднимаемся потихонечку наверх теперь еще. Маргарита, что вы скажете? Тяжело? Да. Тяжело. Сухо, такая сухо. Да не, ничего вроде бы. У меня только болит нога от веревки. Ну, то есть проминает не туда, куда надо. Хорошо, чтобы еще наша веревка не перетиралась вот там. Вот я тоже посматриваю на это. И понимаю, что дергаться-то не стоит. Я туда куртку-то бросил, но видишь, надо было дальше ее бросать. А, ты куртку бросил? Да, но все равно, а, видишь, угол-то. Надо было мою эту. Но, да надо было под веревки трубки вот эти наши одеть. Ага, которые ломаются, лопаются. Да, и это. Начинаем потихонечку собирать лагерь. Посуду. Вывезли целый мешок огромный мусора за туристами прошлыми. Так что свой мусор заберем. Оставим место чистое. О, топорик надо не забыть, вижу. Расскажи что-то. Не знаю. Все хорошо? Все отлично. Ага. Сейчас чаек попьем, да? Угу. Арбузик поедем, конфеты поедем. Угу. Все, пошли туристы. Вот так вот. Нагружены. Нормально. Маргарита выходит из леса потихонечку. Вот так, вот, упаковываемся. Ну как? Наконец-то? Чё? Наконец-то дошла или ничего? Наконец-то дошла или ничего? Дошла. Да. Грибочек нашла. О. У меня будет праздничный ужин грибной. Вот так вот.